кожної людини є точка неповернення. Чи то слово, розмова, зустріч, подія, та будь-що може в одну мить кардинально змінити життя. Саме так сталося з двома тендітними красивими дівчинами – Ольга Малярчук та Нелі Яровенко. Недарма отримали свої високі нагороди – ордени княгині Ольги. Маленькі зовні, вони обидві мають надзвичайно великі серця. А ще сталевий характер, адже саме таким він має бути, щоб зробити стільки для окремих людей, друзів військових, для армії та України в цілому. У Нелі до війни був досвід волонтерської роботи, вона завзято допомагала бездомним тваринам. У Ольги – ні. Молода мама займалася домашнім господарством, потім трохи підприємництвом. А в 2014-му її чоловіка Олександра відправляють на Чонгар. Він кадровий військовий, офіцер 79-ї бригади. Забезпечення армії в той час було більш ніж сумним. Когда 79-я, добытся 79-я, выехали на Чонгар, это был первый такой толчок в плане волонтерства, то есть приезжать туда периодически, покупать там элементарные вещи какие-то, да, там носки, трусы, моющие, сладости везти им. Вот. Это было еще... Ну, это был осознанный выбор, но еще не настолько понимание вот той вот страшной войны, которая у нас как бы сейчас есть на данный момент. А точкою неповернення для Ольги стало 3 червня, коли її чоловіка вже на сході було поранено. День, который я практически, ну, смутно помню, то есть, ну, я его помню, но какими-то обрывками, да, когда я там периодически сползала по стенке, приходила в себя, брала себя в руки, звонила Сашиным сослуживцам, уверяла о том, что я абсолютно адекватно реагирую, я нормально, я выстраивала свой голос, чтобы они не слышали этих истерик. Я пыталась узнать хоть что-либо о нем, где он, что. Тогда было видно, как действительно Божье провидение, потому что мы его нашли в Харьковском госпитале. После этого случайные знакомые знакомых оказались там, работали, помогли его перевести в Киевский госпиталь. Соответственно, уже 4-го я была там. А далі, як у фільмах. Довгий коридор, заклопотаний медперсонал. Ольга не одразу знайшла чоловіка в одній з палат Київського військового госпіталю. Интуитивно мы проходили все палаты, да, как бы я остановилась, ну, то есть я прошла и вернулась, вот, и повернулась открытая дверь, я посмотрела, я сразу уже узнала Саню, да, вот как бы, вот когда я его обняла, вот это вот, наверное, пошло уже осознание, что все это реальная реальность, ну вот это оно. Далі у Олександра була колосальна робота над собою. Ольга весь час була поруч. Той час в госпіталі було багато поранених. Медперсонал просто не встигав доглядати за всіма. І тоді певні функції взяла на себе Оля. Я как-то сразу включилась, не стоял вопрос там помогать мне, утка стоит, хоп, вынесла, там отнесла. А оно настолько как-то гармонично получилось, что я осталась в этой палате, и дальше врачи закрепили меня за этой палатой. Единственная была жена на долгий период лета, которая жила с бойцами в палате. Официально разрешили, официально закрепили за мной койку место. И даже когда был вообще перебор в госпитале, все равно как бы за мной было место, просто... Ну, я освобождала, да, там на скамейку где-то. Ну, я была всегда в госпитале. Вот. А дальше это уже были помощь там в перевязке какой-то элементарной, да, там, ну, такие вещи, которые, в принципе, ты можешь выполнять. Вот, помогать в поддержку медперсоналу. Були випадки, коли лікарі в палату, де жила і Ольга, відправляли ледачих пацієнтів. Тих, хто давно мав би встати, але віддавав перевагу депресивному стану. Ольга знаходила правильні слова і для них. В Києві в той час формувалася волонтерська сотня. Ольга долучилася до цієї організації. В госпіталь потрапляли поранені 79-ї бригади, і хлопці одразу опинялися під опікою Ольги Малярчук. Начиная от справок, медикаментов, поселения родственников, работы с родственниками, это все уже как бы негласно стало за мной как-то вот. Ну и мы обязательно созванивались с передком, да, с ребятами, и я тогда помню, был такой очень серьезный переломный момент, когда я созвонилась с Иванцовым, с Сережей, ныне покойным.
они были в окружении, и у них не хватало очень сильно медикаменты, форма, элементарные гигиенические, да, как бы средства еды там хотя бы какой-то. И он говорит, ну, это реально вот срочно надо. Я говорю, хорошо, окей, побежала на волонтерский пост, там много чего дали. Дальше как-то пошло так, что ну, молва пошла, люди начали тянуться. Это еще из Киева? Это в Киеве. И это была первая наша глобальная волонтерская помощь. Мы целый день ездили с ребятами, с которыми мы познакомились, Андрей и Елена. Они привезли Саше коляску инвалидную, мы с ними на этом фоне познакомились, и дальше они поддерживали. Мы с ними ездили по всему Киеву, собирали препараты, опять-таки обзванивали, сидели просто людей, и люди давали деньги. Все, що вдавалося закупити, везли в ту саму палату. Всю ніч поранені військові формували та пакували посилки на передову. Бирюков тогда привез форму. Мы кинули клич, принесли печенье, сладости. Ну, то, что нужно было именно непосредственно ребятам. Кофе много, сигареты. И вот вони как маленькие зверятка. У кого-то рука не работала. Он сидел там одной рукой паковал это. У кого-то там, Володя тогда 79-й был, у него нога стратулат была ранена, он подписывал эти коробки. Саша их там скотчем заматывал. Ну, то есть, и это все действительно, это сейчас смешно вспоминать. А тогда я повернулась и заметила вот эту работу их, а нам еще приволокли в палату очень много этой пленки с пупырышками, потому что туда ребята могли только скинуть эту помощь. И нам нужно было именно собрать до утра это все отгрузить, и им потом самолета бросали это все. Поэтому нам важно было, особенно те медикаменты, которые шли в бутылках, чтобы это все не побилось. И представьте, это все нужно было закрутить, замотать эту всю ночь. Вот и когда эти коробки мы выстроили на утро, заходит дежурный врач, он смотрит, он говорит, не, ну я, конечно, все понимаю, но Оля, это уже а ты смотришь на него и говоришь, пожалуйста, просто до утра им надо достоять, вот, пожалуйста. Тоді Оля дізналася, чим відрізняються коліматори від карематів. Все це коштувало неймовірних грошей, але завжди знаходились люди, які готові були допомогти. А коли повернулася до Миколаєва у вересні 2014 року, створила громадську організацію «Оберіг». Питання, чи створювати її, вже не стояло. Оля добре розуміла, допомагати у неї виходить і вона потрібна. Але до цього треба було ще пережити Зеленопілля – одну з найстрашніших трагедій неоголошеної війни – 3 доби без сну, не випускаючи телефон з рук ані на секунду, відпрацьовували списки. Тоді було дуже багато безвісті пропавших, тоді було дуже багато погибших, ранених. По 79-ки ми змогли відпрацювати так, що ні один не потерявся. Ні один боєць, который погиб, ни один, который был ранен, не потерялся. Мы их вели всех. Начиная от госпиталей, перемещения в поисках их 200-х, общения с родственниками. Самое страшное для меня было тогда, это знать, что этот человек уже 200-й, его родственники звонят, а ты не имеешь права им сказать. Ну, я не имела права ни морального, ни никакого, да, им говорить об этом. И успокаивать тоже я их не имела права, ну, потому что я понимала, что уже, ну, то есть нужно было находить какие-то такие нейтральные слова о том, что держитесь, крепитесь, даже верьте ты не можешь говорить им, потому что, ну, ты понимаешь, что вот там через час или через 20 минут им уже скажут, что их близкого нет. Важко собі уявити моральний стан дівчини. Чи не десятками гинули люди, яких вона добре знала. Це було настільки тяжело, що це був, мабуть, перший такий серйозний срив, коли я зайшла просто вже за госпіталь і кричала. Просто от стала і кричала. В Миколаєві надзвичайно важкий пласт роботи з родинами загиблих взяла на себе Нелі Яровенко. Маленька руда дівчина вміє знаходити потрібні слова, вміє надихати. Хоч для неї особисто це так само важко, наче це її втрата також. Поначалу було не так тяжело, може, где-то. Сложно работать с девочками, которые только потеряли своих кормильцев, потому что для них это травма, и ты должна быть всегда рядом с ними. Но когда, знаете, говорят тебе, это наше маленькое солнышко рыженькое, которое там свет лучи, когда ты смотришь, что дети растут на твоих глазах,
там уже фотографии элементарно смотришь там по отчетам, это там, ей было 3, ей уже 5. Она уже там почти не разговаривала, теперь она болтает. Вот это вот, ну, как бы это дает, наверное, силы, это дает возможности двигаться дальше именно для подрастающего поколения, потому что решиться как кормильца, ну, отца очень сложно. Плюс я очень настаиваю на том, чтобы девочки не скрывались, у них появляется кто-то мужчина, потому что это правильно, что они строят судьбу заново свою, і діти можуть рости в, ну, з отцом. Є такі жінки, хто знову дружився. Є і такі, хто й досі не може прийняти те, що близької людини більше немає поруч. А є, які дуже тяжкі, і по сей день, спустя 2-1,5 роки, дуже йому складно переступити через себе і строїти нову судьбу, нову життя з новим чоловіком. У дівчат сьогодні надзвичайно багато роботи. Окрім оберега, долучилася до Центру допомоги учасникам АТО. Рано чи пізно конфлікт закінчиться. Мир на українській землі беззаперечно буде. Втім, наслідки війни ми відчуватимемо ще десятиліттями. А відтак у дівчат роботи вистачатиме. Нет мыслей о том, что будешь заниматься чем-то другим. Какие бывают моменты, когда хочется все бросить, уйти, а пойти очень тяжело. Бывает действительно. Сама с тобой внутри борешься, конфликт, приходишь домой и начинаешь вот это вот сама себя переубеждать, уходить, не уходить, продолжать, не продолжать. Потом смотришь опять-таки на этих девочек, смотришь, что проблема, утром просыпаешься, и ты не задумываешься о том, что там вечером ты внутри сама с собой боролась, ты встаешь и идешь и делаешь, потому что есть внутренняя ответственность, есть много открытых проектов, глобальных проектов, которые не закрыты, есть люди, которые, которым ты нужен. Вот, которым, ну, вот, просто нужен. Как дальше? Нет, не задумывалась вообще. Ну, понятно, семью хочется. Таксу хочется. Безумовно, буде і чоловік, і такса, і багато чого іншого. І родина Ольги нарешті побачить маму та дружину без одвічного телефону в руках. Але поки триває війна, волонтерство стало для Ольги з Нелі сенсом життя. І добре, що у наших військових є такий міцний тил.